Здравствуйте, с вами компания Doctor.ru, меня зовут Константин. Серия Springdale от компании Keystone. Это семейный прицеп с детскими двухъярусными кроватями. Но у этого прицепа есть одна особенность. Цена на Springdale значительно ниже, чем на прицепы Bullet, Crossfire и Premier. У них, у всех Springdale, стены выполнены из алюминия, но из гофрированного алюминия. Цена на него меньше, ну, 1,5 миллиона, да? Но все остальные прелести именно американских прицепов присутствуют. Первое, автоматические лапы. Раз, они есть, видите, кнопки, да? А здесь у нас маленькая мини-кухня, небольшая, но, к сожалению, закрыта, не могу вам показать. Бампер задний, можно сделать площадку для бортового генератора. Кстати, почему стены гофрированные? Компенсируется температурное расширение и сжатие. В этом прицепе трещины не возникают, как вот в европейских прицепах. А дальше, у него нет слайдера, но и цена его значительно меньше. Давайте пойдем внутрь и посмотрим, что он из себя представляет внутри. Кстати, система канализации, естественно, американская. То есть тут большой бак черной воды и нет никакой кассеты биотуалета. Ну, впрочем, в американских прицепах они вообще не знают, что такое кассета биотуалета. Вот, кстати, такой же Springdale со слайдером. Но о нем мы будем снимать видеообзор завтра. Купив его, вы можете сэкономить там пару миллионов. Ну вот что он из себя представляет внутри. Видите, двухъярусная кровать, да? Здесь кровать для мамы с папой, вот она. Дальше диван, кровать еще на одно спальное место. Кстати, сколько спальных мест? Раз, два, три. Ну здесь, наверное, четыре. Кухонная группа превращается в кровать. 5, 6, 7, 8. 8 спальных мест. Достаточно неплохо. Кстати, для Springdale тоже неплохо. Холодильник компрессорный, не какой-нибудь там абсорбционный. Пошли в туалет. Вот у нас такой огромный душ отдельный. Унитаз. Умывальник. Вот, кстати, теплый пол. Новая система вот этих решеток, чтобы тут не спотыкался умный пылесос. Значит, кухня, двухкомфорочная плита, маленькая кухонная вытяжка, микроволновка. Очень рекомендую обратить на него внимание. Ну а с вами была компания Дом в дорогу, наш сайт домвдорогу.ру. Напоминаю, что мы занимаемся не только продажей прицепов дачи и автодомов, но и организацией путешествий с прицепами, дачами и автодомами. Наш сайт домвдорогу.ру, с нами интересно.
это и есть максимально. Да, это и есть максимально. Все из дерева сделано. В общем, вы должны получать от этого кайф.